На днях певец вместе со своей женой, ведущей Региной Тодоренко, отметили 2 месяца со дня рождения их сына. И если молодая мама стала рассказывать подробности из родительской жизни уже спустя несколько дней после родов, то Топалов, наоборот, хранил молчание. Подробностями о своем отцовстве он поделился в студии программы Андрея Малахова «Привет, Андрей», куда пришел, чтобы поддержать своего друга Сергея Лазарева, ставшего официальным представителем России на песенном конкурсе Евровидения. Лазарев публично поздравил друга с рождением сына и признался, что давно знает о том, как назвали ребенка. Сам Топалов не стал делать из этого тайну и сообщил, что назвал мальчика Михаилом. «Майкл», — переиначил Лазарев. Скорее всего, певец дал малышу имя в честь своего отца. Топалов признался, что в первое время после рождения ребенка он был на эмоциях, а потом просто растерялся и не знал, как вести себя с ребенком. Сейчас Влад уверяет, что привык и справляется со всеми бытовыми обязанностями, умеет держать ребенка столбиком после кормления и не смущается тем, что сын может на него срыгнуть. Но певцу до сих пор тяжело справляться с недосыпом, в отличие от жены, которой он искренне восхищается. Первое время было страшно, непонятно. Я записывал на диктофон слова акушера о том, как купать, мыть, держать. Все равно ничего не понимал, но сейчас мы уже привыкли, справились. Сегодня я уже был весь обрыган несколько раз, признался Влад в программе «Привет, Андрей». И Регине надо отдать должное. Она потрясающая мать. С самой первой секунды она ночью, днем, вечером, когда угодно все делает. Мы все на гастролях знаем, что такое не спать. Но каждые 2 часа вставать, это совсем другие ощущения, я к этому не был готов. У Регины почему-то вообще проблемы с этим не было. Сергей Лазарев рассказал, что молодой отец обращался к нему за советом и жаловался на постоянный недосып. Конечно, Влад очень переживал перед родами. Я ему сказал, что когда он сын родится, сразу будет понятно, как его зовут, а через пару дней и почувствуешь его. И еще он мне жаловался на бессонные ночи. А как ты хотел? Рассмеялся певец. Топалов присутствовал на родах жены и все дни до выписки находился рядом с ней в палате. Певец признавался, что получил большую дозу адреналина во время появления сына на свет. Недавно Влад решил показать подросшего малыша общественности и опубликовал в своем микроблоге фото, сделанное в 4 утра. Заспанный артист держит малыша на руках и готовится помыть ребенка. Вот так мы выглядим в 4 утра и в 5, и в 6. А если говорить серьезно, то это здорово. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать. Веселье. Написал он в Инстаграме.